В Самаре прошло совещание по вопросам национальной безопасности в регионах ПФО. Провел встречу глав регионов секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Обсуждали экологическую безопасность в Поволжье. В округе сконцентрирована четвертая часть всего промышленного производства страны. Работа предприятий оказывает серьезную нагрузку на окружающую среду. Техногенная нагрузка на окружающую среду является основным фактором, определяющим экологическую обстановку в округе, которая в ряде регионов округа остается сложной. Уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в округе сохраняется высоким, почти 3,5 миллиона тонн и составляет 14% от общего объема выбросов в стране. Главная цель – ликвидировать накопленный вред окружающей среде, уменьшить уровень загрязнения воздуха, воды и почвы. Одна из мер – переработка твердых бытовых отходов. Во всех регионах округа проведен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, введен в эксплуатацию ряд объектов по их обработке и утилизации. Тем не менее, многие регионы столкнулись с проблемами этого перехода. И с точки зрения переработки мусора, создание полигонов, отработки технологий, конечно, очень много предстоит еще сделать. Также полпред отметил, что в регионах Поволжья модернизируют объекты системы водоснабжения и водоотведения, обновляют техническую базу в лесном хозяйстве, расчищают русла рек. В Ульяновске, например, уже начались работы по расчистке свияги, работают геодезисты. Приведут в порядок и живописный Юрманский залив. Наводить порядок будут на средства федерального центра. На расчистку залива Волги выделят 61 миллион рублей. Область вошла в проект по сохранению уникальных водных объектов на территории Российской Федерации. Правительством нашим уделяется проблемам экономии самое-самое пристальное внимание. Вот у нас недавно в регионе был премьер-министр со своей командой. Были приняты очень важные для Ульяновской области решения. Проблема оползней привлекла внимание не только Михаила Мишустина, но и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Протяженность Волжского склона в пределах Ульяновска, подверженные оползневым процессам, составляют более 17 километров. Сейчас разрабатывается план противооползневых действий. Предварительно на ликвидацию оползней потребуется 15 миллиардов рублей. Также, как отметил глава региона, для обеспечения жителей качественной питьевой водой в области построят 40-километровый водовод. Для его строительства в правительстве планируют войти в соответствующую госпрограмму. Анна Тищенко, Управда ТВ.